Ну что, друзья наши, всем привет, привет, всем здрасте, здрасте. Короче, у нас второй день поисков батареи. Вот, приехали на блошиный рынок, ну это мы его так назвали. Это индустриальный район. Вот тут целый район авторазборов. Ну и вот, смотри, чувак, тоже беспредельщик. Бензином просто моет, нюхает. Наркоман. Короче, вот мы приехали. Просто вот такие вот разборы. Видели, просто он новый Discovery. Понимание, насколько много всего. В общем, короче, мы пролазили 2 дня по всем рынкам, вообще во всевозможные, вот видите, чисто одни Pathfinder, Infiniti, Nissan, короче, оказывается, в основном у них петрол. Хотя тоже мне многие в Москве говорили, что, блин, мы в Эмиратах, сейчас гибрида найдем без проблем.